Ну что, друзья, вот оно, это чудо свершилось. Сборник этюдов готов, потому что начнем обзор. Хочется сначала сказать про объем этого сборника. Это много не мало, целых 50 страниц, представляете? Ну что, поехали? Смотрите, как красиво оформлено все. Вначале, конечно, немножко об авторе, ну то есть обо мне. Далее подготовительный этап, да, вы видите здесь картиночки, это все описано, что это за картиночки, как с этим работать, атаки, смыкание, вокальности, анатомические структуры, много очень рекомендаций, почему такой большой получился. Что самое здесь важное, это описание того, что мы должны сделать, да, вот, например, видите, дыхательная атака, и каждый этап работы расписан, что, зачем, сначала сделайте так, потом сделайте так, и так далее. То есть цель сборника, цель упражнений, зачем это делается, как это делается, ну и, конечно, нужные примеры, ну, как вы видите. Сборник этюдов у нас разделен на три уровня. Первый, как вы заметили, это картиночки, ассоциативные картиночки, да, по которым мы работаем весь первый уровень. Дальше на втором уровне мы уже переходим на символы и на аббревиатуры. И, конечно, усложнение наших этюдов. В конце можно увидеть еще такое дополнение. Это уже относится больше к дизайну песни. То есть с этим тоже можно прекрасно работать. Наши карточки ассоциативные. Как видно, они разделены по группам и разделены еще по цветам, да, чтобы тоже было проще запоминать. Вот для первого уровня это картинки, как я говорила, и это уже символы и аббревиатуры у нас идут. Также вот такие большие уже карточки. То есть это то же самое, только уже в большом варианте. Что с маленькими, что с большими карточками у нас есть игры. Разбор сборников, карточек, всех этих игр будет у тех, кто на тарифе премиум. Как работать с этим совсем? Мы там будем это все разбирать. Ну и вот такие карточки. Это нам еще пригодится для другого сборника. Для сборника по многоголосию. Ну, а это уже совсем другая история.